Раньше время по-другому шло. Непонятно ничего. Я ненавижу фильмы ужасов. Потрясающе. Кажется, я очень хорошо проведу вечер. Всем привет. Меня зовут Рома Евдокимов. И сегодня мы будем вместе с командой Кинопоиска выбирать фильм, который я буду смотреть. Я иду искать. Мы часто сталкиваемся с вопросом, что посмотреть. Новый формат «Я иду искать» помогает на него ответить. Наши гости выбирают для себя фильмы или сериалы на вечер, а мы придумываем для них разные ограничения. Правила простые. Есть три набора фильтров. Гость вытаскивает страну, жанр и год. Настраивает на их основе поисковый запрос и получает список, из которого должен выбрать то, что ему больше всего понравится. Есть две подсказки – звонок другу и помощь Алисы. А еще есть бонусный фильтр, который может как облегчить, так и усложнить поиск. Посмотрим, что выберет наш герой. Так, чего, давайте попробуем все. Мы будем смотреть кино из... Индии. Класс. Жанр – ужасы. Какие годы? 90-е, ребята, 90-е, 1990-1999. Класс. Я отношусь к индийскому кино как человек, который крайне некомпетентен в этом вопросе. Я терпеть не могу ужасы, ненавижу. Думаю, что в случае с Индией это будет классно, наоборот. Махакал. Рейтинг 2,2. Класс. Смотрим трейлер. Бой с тенью просто практически. Потрясающе. Потрясающе. У меня была один раз ситуация, здесь просто девушка сейчас дерется с воображаемым, видимо, призраком и как бы сама это все отыгрывает. У меня была ситуация, что я пришел на пробы, а мой партнер на пробы не пришел. Сцена была, значит, где меня душат. Ну, как бы душат, и у нас был какой-то такой серьезный разговор. Но режиссер захотел это все-таки пробовать так, чтобы я был один, а он подкидывал текст. И, значит, я в кадре, мы это все снимали, режиссер мне подкидывал текст, а я сам себя вот так вот душил. И мы что-то там отыгрывали. Выглядело примерно так же. Так, смотрим дальше. Индийский Фредди Крюгер? Это индийский Фредди Крюгер. Ребята. Мы точно оставим это как вариант, потому что это, кажется, я очень хорошо проведу вечер. Есть один фильм, который я люблю очень много лет. Я его посмотрел, когда мне было лет 12. И в тот момент почему-то оно прям меня... Прям что-то там случилось. И это фильм с Расселом Кроу и Марион Котийяр, который называется «Хороший год». А это супер простое кино, супер просто сделанное, супер просто сыгранное и так далее. То есть я после этого смотрел огромное количество фильмов, которые там перевернули сознание, которые там, значит, очень сильно повлияли эмоционально и так далее. Но фильм «Хороший год» я могу смотреть 1000 раз. И с удовольствием посмотрю его в любой вечер, в принципе, в любом состоянии. Не стоит с ним связываться. Ненасытная. Грешная кукла, пожалуйста, хочу смотреть. Ну, постер феноменальный. Это очень стильно, это очень круто. Сиквелы, приквелы и ремейки. Ого, ничего себе. Детские игры. И такой как бы вариант Чаки. Лучшие фильмы — ноль. Единственные два фильма, у которых есть рейтинг, это «Махакаал» и «100 дней». У фильма «100 дней» рейтинг 5,3. И это неплохо. Дэви обладает даром экстрасенсорного восприятия. Впервые она понимает это, когда во время игры в теннис видит, в кавычках, картину убийства своей сестры Рамы, которую убивает человек в черном плаще. Тут есть даже рецензии. Я обычно никогда не читаю рецензии. Я могу прочитать рецензии уже после просмотра фильма, наверное, для того, чтобы как-то свериться чуть-чуть со своим восприятием, но тоже делаю это крайне редко. А тут есть положительность всего этого фильма, всего одна рецензия, и она 100% положительная. Я бы ее прочитал. Вначале немного пройдемся по сюжету картины. Главная героиня фильма — молодая девушка. Ух ты! Удалось создать фильм, который с полным основанием можно назвать индийским интеллектуальным триллером. Камали, удивительно. Вы что, можете видеть по телефону? Если глаз зорок, то человек и по телефону может видеть так же, как я вижу вас. Слушайте. 100 дней. Уже очень много лет подряд пытаюсь посмотреть полностью сериал «Друзья».
какой-то момент что-то как бы затягивает другое, ты не можешь постоянно смотреть как бы «Друзей». И поэтому получилось так, что ну раз 6 или 7 я пересматривал первый сезон сериала «Друзья», просто потому что я как бы хотел пойти дальше, но не получалось. Что? Я думаю, что я еще очень много раз смотрел «Пиратов Карибского моря», первую часть. Потому что тоже, опять, это же какой-то там фильм из детства, и это как бы на каждом празднике ты его... А, ну «Гарри Поттера», кстати. Вот «Гарри Поттера» нет-нет, да и пересмотришь. Есть «Властелин колец», есть «Гарри Поттер». Те команды, как кошки и собаки. Я «Гарри Поттер», абсолютно точно. Я присуждаю Роме Евдокимову 60 очков. Так, «Махакаал» 94-го года с потрясающим сценбоем. Или интеллектуальный индийский триллер. Я хочу воспользоваться подсказкой и позвонить другу, если можно. Попробуем позвонить Жене Сангаджиеву. Надеюсь, что мы не помешаем. Ага. Евгений Владимирович, здравствуйте. У вас есть минутка? Давай, говори. Короче, я сейчас вместе с «Кинопоиском» на шоу. У нас идет запись, и я звоню тебе как другу. Мне нужен твой совет. Евгений Владимирович, дело в том, что мне нужно выбрать фильм просмотр на вечер. Какой фильм посмотреть? И мне нужно выбрать фильм из Индии в жанре ужасы 90-х годов. И у меня есть два варианта. Первый «Махакаал» — это индийская интерпретация «Кошмара на улице Вязов». И «100 дней». Это тоже ужастик, но в рецензии, в единственной рецензии на этот фильм, сказано, что это не характерный для Индии интеллектуальный триллер. Так. Что бы ты мне посоветовал? Дней. Стой, смотри, 100 дней, да? Вот мне тоже кажется, что 100 дней. Как-то вдруг, да? Да. Но имей в виду, мне придется это правда посмотреть. 100 дней. 2 часа 40 минут. Очень хорошо. Очень хорошо. Тайминг идеальный. Тайминг идеальный, я тоже так считаю. Ну, спасибо вам, Евгений. Вы очень помогли. Пожалуйста. Мы будем смотреть 100 дней. Нет, стоп. Давайте еще с Алисой попробуем. Алиса, подскажи мне, что ты знаешь о фильме «100 дней» 1991 года, режиссер Парта Гхош? Фильм является ремейком тамильского фильма 1984 года «Нуравату Нал», который, в свою очередь, был неофициальной адаптацией итальянского фильма «Джалло Сета Нота» «Венера» 1977 года и американского фильма «Глаза Лоры Марс». Давайте посмотрим. «Глаза Лоры Марс». Вот, здесь уже есть хотя бы трейлер, 7-минутный. Раньше время по-другому шло. Ну, реально, сейчас есть ощущение, что 7 минут — вечность какая-то, да, тут... Триллер-детектив, понятно. Давайте посмотрим трейлер, чтобы примерно хотя бы понимать, о чем как бы речь. Очень модно. Мы все пытаемся жить так же. Короче, непонятно ничего, но тем не менее 100 дней. Да, 100 дней. У меня как-то сердце лежит к этому фильму. Буду смотреть. Короче, я думаю, что мы сделали классный выбор. Все вместе. Вместе с Алисой, вместе с Женей Сангаджиевым, вместе с вами. Думаю, что я точно получу какую-то эмоцию. Даже практически уверен, что это будет удовольствие. Обязательно об этом вам расскажу. А вы себя берегите, почаще звоните родным и улыбайтесь, несмотря ни на что. Слушайте, ну я могу сказать следующее. Я даже при том, что я терпеть не могу фильмы ужасов, это лучший фильм ужасов, который я видел в своей жизни, потому что я очень давно так сильно не смеялся. И даже думаю, что возьму себе какую-то традицию периодически смотреть индийское кино. Я понял, что я ни разу не видел ни одного индийского фильма целиком. И надо это исправлять. Спасибо вам большое.